вязание резинки для гульки нам с вами понадобится 30 отрезочек лент по 7,5 сантиметров, это будут наши нижние лепесточки, и 30 отрезочек лент по 6,5 сантиметров, это будут наши верхние цветочки. Теперь нам нужно сформировать сами цветочки. Для одного цветочка нам понадобится 6 отрезочков лент. Теперь мы с вами будем формировать наш цветочек. Берем первый отрезочек, переворачиваем его внутренней стороной к нам, прокладываем левый край немножко на правый, чтобы получилось вот так. Теперь нам нужно левый кусочек ленты наложить на правый, и у нас получается вот такой вот как бы треугольничек. Теперь нижние края нам нужно прошить тоненькими стежками для того, чтобы наш цветочек был покрасивее. Все наши 6 лепесточков. Теперь нам нужно сформировать цветочек. Стягиваем, но не сильно. Вот такой вот цветочек у нас с вами получился. Теперь нам нужно сделать точно такой же цветочек из лент шириной 2,5 на 6,5. Нам тоже понадобится 6 лепесточков. Мы делаем точно такие же лепесточки, как мы делали и в этом цветочке. И прошиваем тоненькими стежками. Снова нужно сформировать цветочек.
такой вот цветочки у нас с вами получились. После того, как мы сшили все наши цветочки, 5 лаймовых и 5 оранжевых, нам теперь нужно сформировать из них одни цельные цветочки. На низу у нас будут, в моем варианте, я захотела сделать оранжевые, и наверху я захотела сделать такие вот лаймовые. Теперь у нас с вами понадобится горячий клей и цветочки. Мы будем их склеивать. Цветочки у нас получились. Дальше на эти цветочки я буду наклеивать вот такие вот серединочки, камушки. Они будут очень красиво смотреться и блестеть. Наклеивать я их буду на обычный горячий клей. Нам понадобится 5 штучек наших цветочек, наших серединочек. Серединочки у меня сейчас, я скажу размер, по 5 миллиметров. Теперь берем и наклеиваем наши серединочки на цветочек. Вот наш бантик, который будет сзади на нашей куличке. Нам с вами понадобится 4 отрезочка ленты, 5 на 10 сантиметров. И сейчас из этих отрезочков мы будем формировать бантик. Складываем один из отрезочков вот так вот. И нам нужно просто прошить его иголочкой. Мы прошили наши 4 отрезочка. Нам нужно их стянуть и сформировать бантик. Вот бантик у нас получился. Теперь нам нужно взять 4 отрезочка лаймовой ленточки, 2 и 5 на 6,5 сантиметров и сделать так же самое, как мы делали с вот этой вот ленточкой. Мы складываем ленточку пополам и прошиваем. Бантик мы будем наклеивать сверху на наш оранжевый бантик. Как мы сделали с вами заготовочки, мы с вами берем 2 отрезочка ленты, 5
на 8 сантиметров. И нам с вами нужно сделать такие как бы висюлечки. Мы складываем ленточку, чтобы красивая сторона была с обеих сторон. И дальше нам с вами нужно вот так вот это обрезать красивенько. Теперь нам нужно очень аккуратно опалить обрезанный край, чтобы не было черного. Теперь нам с вами нужно сложить их гармошкой и сформировать одну цель. Там наш первый отрезочек. Правую сторону складываем гармошкой. И в левую сторону тоже складываем гармошкой поверх правой. У нас образовалось вот так вот. Мы берем щипчики. Обрезаем кончик. И аккуратно обжигаем. Теперь мы берем вторую, делаем с ней то же самое. Теперь нам нужно сложить их вот так вот, чтобы у нас получился такие вот петелечки для нашего бантика. Мы берем клей и наклеиваем одну часть. Нам нужно взять два отрезочка лаймовой ленты, 2,5 на 7 сантиметров, и сделать точно так же, как мы делали с этими отрезочками. Нам эти отрезочки тоже нужно склеить. Затем нам нужно склеить обе наши части нижнего бантика. Чтобы все было ровненько. Красиво. Теперь нам нужно склеить наш сам бант основной. Мы на большую часть, на оранжевенькую, наклеиваем татуаж. Я возьму ленточку 6 мм в тон к нашему верхнему бантику и обмотаю его. Обмотали, затем мне нужно взять нашу нижнюю часть бантика и наклеить. Thank you.
буду наклеивать вот такую вот серединочку, чуть побольше. Эта серединочка у меня 1 сантиметр. Будем подготавливать основу для гули. Это будет вот такая вот у меня тягучая резиночка. Я взяла 23 сантиметра, потому что моя мама делает моей сестре гульку при помощи специального такого вот бублика. И у нее волосы тоже довольно-таки густые. Я складываю один кусочек резиночки на второй. И прошиваю. После того, как мы сшили нашу гульку будущую, понадобится белая лента для того, чтобы закрыть вот эти вот неприятности. Скажем так, я смотрю, сколько мне нужно. И вырезаю. Примерно у меня получилось около 7 сантиметров длину. Теперь берем горячий клей и намазываем. То место, где мы будем приклеиваем. Затем выворачиваем резиночку и делаем так же самое с другой стороны тоже. И снова выворачиваем и приклеиваем. Вот, теперь мы с вами будем формировать уже нашу гулечку. Мы берем наш бант, который мы сделали, и его нам нужно будет наклеить вот так вот сзади. Намазываем клей и приклеиваем наш бантик на гулечку. И нам нужно наклеить наши цветочки. Пять штучек, чтобы они поместились. Как, если честно, мне кажется, что она получилась как и осенней, но в то же время очень-очень яркой и красивой.